Обзор подготовлен специально для zemsmarket.ru. Привет! Сегодня поговорим о круглом уровне Stanley Surfers Level. Это колба в форме части сферы с нанесенной на нее концентрической окружностью. По-английски называется Eye Level, что дословно переводится как уровень глазок. Применяется для выравнивания плоскостей в горизонтальном положении, для чего нужно поместить пузырек в центр колбы. Глазок прозрачный, и при плохом освещении контрастности не хватает. Зато он с хорошей сферичностью, что делает его чувствительным, и при малейшем изменении плоскости пузырек перемещается, а не прилипает к колбе. Между пузырьком и окружностью практически нет зазора, что обеспечивает высокую точность. Корпус компактный, легко помещается в кармане, имеет три отверстия для крепления на выбранной поверхности. Круглые пузырьковые уровни имеют широкое применение в компасах, штативах, прецизионном измерительном оборудовании и бывают сложными, с несколькими концентрическими окружностями, с градусами для изменения угла наклона. А данный уровень пригодится для установки в горизонт столешниц, шкафов, варочных панелей, калибровки квадрокоптера и прочих горизонтальных поверхностей, ведь при использовании классического строительного уровня придется его постоянно поворачивать в разных направлениях, а модели с четырьмя рабочими поверхностями очень дорогие. Рекомендую купить для облегчения некоторых видов работ, стоит он совсем недорого. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравился обзор, и до скорых встреч!